Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня будем готовить рыбное блюдо, очень вкусное. Рыба запеченная с овощами и с сыром. Готовится быстро, получается очень вкусно. Давайте приготовим. Для приготовления понадобится картофель в мундире отварной, я уже очистила, морковь, 1-2, это зависит от количества рыбы и от формы, какую возьмете. Кусочек твердого сыра, филе рыбы, у меня это судак был полностью с головой, все, я разделала его на филе. Рыба любая подойдет филе. Также майонез и молоко, это у меня сливки остались, покупала себе на кофе. То сливки, у меня молока не оказалось, я их немножечко разведу в воду, а так молочко. Форму смазываю майонезом. Теперь нарезаем рыбу на кусочки произвольной формы. У меня, наверное, половинка пойдет рыбы. Форму я брала небольшую. Вкладываем шкуркой вниз. Да, как раз рыбка пошла. Половинка. Рыбку солим. Перчим. Теперь картофель разрезаем пополам, а потом на кусочки, около сантиметра толщиной. Также на кусочки нарезаем морковь, на небольшие кусочки. У меня, наверное, пол морковки пойдет. Поверх рыбки укладываем картофель. Вот так. Морковочку вставляем по вкусу, где нравится. Видите, быстро и просто все делается. Уложила я картофель с морковкой. Добавлю пару ложечек растительного масла. У меня все-таки рыбка суховатая. Теперь будем готовить соус. Для заливки укропчику по вкусу берем, мелко нарезаем. Здесь, я знаю, пол столовой ложки у меня. Сыра твердого на крупной терке натрем. У меня на небольшую эту формочку пойдет 80 грамм. Кладем к укропу, наливаем молоко. В данный момент сливки не было молока. И чуть водички и майонез. Тоже по вкусу. У меня в пачке немного совсем осталось. Перемешиваем нашу заливочку. Я сверху картофель немного посолю, так как сыр у меня совсем не соленый. Так, покрываем соусом картошечку с рыбкой. Покрыла заливкой. Наше блюдо отправляю в духовку 200 градусов до золотистой корочки. Прошло 25 минут. Вот такая румяная запеканочка получилась. Еще булькает. Ну, пусть остынет до температуры, чтобы можно было кушать. Так, достанем. Запах такой сливочный, хороший от этой запеканки. Запаха рыбы нет. Ну, у меня еще судак, может поэтому. Теперь необходимо наше блюдо попробовать. Я кусочек взяла от общей порции. Очень вкусно. Картошечка вкусная. Вкус сливочный такой соуса. А так замечательный вкус. Готовится легко, просто. Рекомендую. Готовьте со мной, заходите на мой канал. Готовьте с хорошим настроением. И у вас всегда все получится. Смотрите мои новые видео. Если нравится видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.
И до новых встреч, и до новых видео, и всего вам самого доброго!